Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. Сижу я, значит, себе такой, снимаю видос по поводу мини-квеста «Кошки против собак». Закончил снимать, обработал видео, выложил, зашел в игру, и тут на тебе прилетает мне подарочек от одного из моих соклановцев. Мария Такаяма, спасибо тебе огромное, мне безумно приятно. Я не знаю, что там внутри, ребят, мы ни о чем не договаривались. Это просто вот такой вот сюрприз, презент, который поможет мне развивать мое начинание, развивать мой канал и радовать вас, мои дорогие зрители, все новым и новым разношерстным контентом. Ну что, давайте будем открывать. В основном я всегда оставлял в хранилище, но коль прилетело прямо сейчас, то мы нажмем распаковать сейчас и посмотрим, что там внутри. В любом случае, безумно благодарен. Спасибо большое. Целых 2000 золота, контейнеры в количестве 4 штучек и Теслаган. Огромная-огромная благодарочка. Мне не сильно везет на контейнеры. К сожалению, мне мало чего оттуда выпадает, но... Коль подарок прилетел, не оставлять же это все лежать в хранилище. Поэтому заходим сейчас в раздел «Разное», открываем то, что там есть, ну и посмотрим, что мы с этого можем получить. Я сейчас посмотрю в отношении того, какие возможности и с чего может выпасть. Ну и, соответственно, будем принимать решение, будем ли продавать какие-то коллекционные машины для того, чтобы... хотя бы за них получить компенсацию. Смотрите, здесь компенсация голдой, поэтому я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Что касается вот этого, здесь компенсация тоже голдой, тоже просто супер. Что касается мистиков, если выпадет мистический сертификат, тогда да, пару-тройку машин продадим. Я уже один раз наступил на грабли, поленился, не продал, и мне выпал ВК-9001П клинок, за который я мог получить компенсацию серебром, точнее, получил ее. Ну, а так продал бы за голду, ну и, соответственно, вернул бы назад себе машину. Ну и здесь черный ящик, из которого можно голдишкой поживиться. Ну что, давайте начнем с черного ящика. Тут нет машин, тут есть только голда или новые ящики какие-то. 300 голды, просто супер, 2300 добавок к тому, что у меня было уже в золотой копилке, спасибо большое. Ну что, открываем, смотрим, что из мистиков выпадет. Будет мистический сертификат или нет? Нет, друзья мои, к сожалению, мистического сертификата нет, у нас остается еще 2 конта. Я хочу открыть контейнер «Собери их все», открываем, смотрим. Машина, давай, давай танк, давай, дай мне танк. Не дала. Не дала мне танк, к сожалению. Ну, ладно, не будем расстраиваться. У нас есть еще возможность получить что-нибудь из этого контейнера. Открываем, молимся, держим пальцы крестиком и... машина, машина стопудово. Нет, нет машины, но есть камуфляж «Рыцарь». И целых 30 дней према, что существенно поможет мне прокачать мой аккаунт и дополнительными заработками заниматься, пока буду проходить клановый ивент и другие игровые события. В любом случае, мне безумно, безумно приятно. Огромное, огромное спасибо за подарочек. Друзья, если у вас есть возможность поддержать канал в его развитии, то вы всегда можете это сделать через донатные ссылки, которые есть в описании, или отправляя подарочки на игровой никнейм. Игровой никнейм указан также внизу описания. Ну а плюс к тому, ребят, оставляйте свои комментарии. В комментариях пишите не менее 7 слов. Обязательно укажите свой игровой никнейм и ID на евросервере и откройте свои подписки. Если вы не подписаны, подписывайтесь прямо сейчас. Зачем это делать? Да затем, что когда мы наберем 20 тысяч подписчиков на канале, а это уже будет в ближайшие несколько дней, мы разыграем тройку другую премиумных машин среди тех ребят, которые оставляли комментарии под видосами, и делать это будем в прямом эфире без каких-либо подтасовок. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!